В горах Алматы в бассейне реки Малая Алматинка сошли две снежные лавины. Жертв разрушений, к счастью, нет. Снежная масса не дошла до дороги. Об этом нам сообщает КАЗ «Телезащита». Это произошло накануне. Тем не менее, специалисты ЧС советуют жителям и гостям Алматы и в эти выходные отказаться от дальних поездок и походов на высокогорные участки. Опасность хода лавин сохраняется. Это связано с продолжающимися осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова. Ранее ДЧС города посредством СМС-сообщений уже предупреждала о возможном сходе лавин.